В сфере культуры Акмолинской области трудятся больше 3000 человек. В честь профессионального праздника специалистам вручили награды, грамоты, благодарственные письма. Для гостей организовали выставку музыкальных инструментов, картины, уникальных археологических артефактов, найденных в Зериндинском и Бурабайском районах. У нас в плане построить 9 новых культурных объектов и произвести капитальный ремонт более 60 проектов. Это, конечно, большой прорыв. И по программе агломерации Астаны у нас запланировано строительство более 12 объектов культуры. Я думаю, это очень большие цели, большие задачи, с которыми, думаю, мы справимся.